Доброго дня, колеги. Починаємо нашу роботу. Порядок денний ви бачите на екрані. Доброго дня ще раз, вельмишановні колеги. Дуже дякуємо, що приєдналися до нас. Ми продовжуємо серію конференцій і наукових зустрічей, присвячених стратегії штучного інтелекту в Україні. І я хочу представити нашого керівника, директора Інституту проблем штучного інтелекту, член-кореспондента Національної академії наук України, професора Анатолія Шевченко, нашого колегу і партнера Сполучених Штатів Америки, генерального директора лабораторії Intel Андрія Москальова, який сьогодні буде практично на своїх плечах виносити всю роботу нашої конференції з приводу освіти. І його партнер пан Ігор Ісаєв, представник Intel в Україні. Дуже дякуємо. Також з нами працюють члени робочої групи, які традиційно підключаються до нашої конференції, і багато нових учасників, які ми запросили. Сподіваюсь, що вона буде їм цікава. У нас же традиційно ми представляємо всіх учасників конференції. І для історії завжди, хто починав в Україні сьогодні внедрення, будемо говорити, масштабних нових технологій. Ми попросимо Тетяну Вікторовну сказати, скільки сьогодні у нас учасників вже. У нас працюють 100 учасників, да, бо це наша максимальна кількість учасників, яких ми можемо додати онлайн. І за межами нашого спілкування у нас зареєструвалося ще 37 осіб, яких ми додали в список очікування, да, і ми їх обов'язково проінформуємо після конференції, і вас всіх, і їх також, ми надішлемо їм запис нашого зібрання наукового. І я зараз по списку буду називати тих, кого ми вже побачили і зареєстрували. Якщо я когось не назову, то, будь ласка, напишіть нам в чаті. Я хочу почати своє представлення з професора Озара Петровича Мінцера, директора наукового центру, навчально-методичного центру освіти імені Щупіка Міністерства охорони здоров'я України, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора. З нами працює Панкратова Наталія Дмитрівна, заступник директора з наукової роботи навчально-наукового комплексу Інститут прикладного системного аналізу, професор кафедри математичних методів системного аналізу, доктор технічних наук, професор. З нами традиційно працює Суботін Сергій Олександрович, завідувач кафедри програмних засобів Національного університету Запорізька політехніка, доктор технічних наук, професор. Дякуємо Ланде Дмитро Володимировичу, завідувачу відділу Інституту проблем реєстрації інформації Національної академії наук України, професор Національного технічного університету Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сикорського, доктор технічних наук, професор. Писаренко Валерій Георгійович, завідувач відділу Інституту кібернетики імені Віктора Мілушкова Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук, професор. До нас приєднався Зубко Анатолій Миколаєвич, ректор Херсонської академії неперервної освіти, доктор філософії. До нас приєднався Рамазанов Султан Курбанович, Національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, кафедра інформаційних систем в економіці, доктор технічних наук, доктор економічних наук, професор. З нами працює Сандраков Геннадій Вікторович, провідний науковий співробітник лабораторії обчислення методів механіці суцільних середовищ кафедри обчислювальної математики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук, професор. До нас приєднався Білокобильський Олександр Володимирович, відповідальний виконавець проєкту «Стратегія розвитку штучного інтелекту в Україні», керівник відділу філософських проблем штучного інтелекту Інституту проблем штучного інтелекту Міністерства освіти і науки Національної академії наук України, доктор філософських наук, професор. Бодянський Євген Володимирович, професор кафедри Харківського національного університету радіоелектроніки, доктор технічних наук, професор. Макаренко Олександр Сергійович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідуючий відділом прикладного нелінійного аналізу Інституту прикладного системного аналізу Національної академії наук України. Чертов Олег Романович, завідувач кафедри прикладної математики Національного технічного університету України, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сикорського, доктор технічних наук, професор. Дивак Микола Петрович, Тернопільський національний економічний університет, доктор технічних наук, професор. Ковалевський Сергій Вадимович, завідувач кафедри інноваційних технологій та управління Донбаської машинобудівної академії, доктор технічних наук, професор. Яковіна Віталій Степанович, завідувач кафедри програмного забезпечення Національного університету Львівська політехніка, доктор технічних наук, професор.
Так, і далі по списку ми рухаємось. Дніпровський гуманітарний університет, місто Дніпро, декан факультету права та психології, кандидат юридичних наук, доцент Альфьорова Тетяна Миколаївна. Також цей вуз представляє завідувач кафедри права факультету права та психології, кандидат юридичних наук, доцент Лежнева Тетяна Миколаївна. Південноукраїнський педагогічний національний університет імені Ушинського, пан Назарчук Богдан, викладач кафедри. Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці, місто Берегово, кафедра математики та інформатики, представляє Берегасі Степан Степанович, дуже дякуємо. Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, місто Львів, кандидат технічних наук пан Ген. Київський університет імені Бориса Гринченка, декан факультету інформаційних технологій та управління Міхацька Алла Валер'янівна. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу застосування роботизованих комплексів наукового центру сухопутних військ Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Володимир Анатолійович Аніщенка. Вінницький державний педагогічний університет, доцент кафедри української мови, представляє кухар Ніна Іванівна. Дуже дякуємо. Одеський державний аграрний університет, представляє Анна Григорівна Левченко, кандидат ветеринарних наук. Одеський національний політехнічний університет, навчальний інститут штучного інтелекту та робототехніки, кафедра проєктного навчання, завідуючий кафедри, кандидат технічних наук Копичук Ігор Миколаєвич. Далі, Черкаський національний університет представляє Оніщенка Борис Олегович, декан факультету обчислювальної техніки інтелектуальних та управлінь. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана представляє доцент міжнародної економіки Альпакова Вікторія Валеріївна. Луцький національний технічний університет, кафедра комп'ютерної інженерії, представляє Мельник Катерина Вікторівна. Мелітопольський державний педагогічний Хмельницького, декан факультету Донченка Лариса Михайлівна. Харківський національний медичний університет, декан другого медичного факультету, доктор медичних наук професор Хауста Максим Миколаєвич. Так, йдемо далі. Центр кримінальної аналітики Національної академії внутрішніх справ, його керівник пан Владислав Школьников, дуже дякуємо. Інститут інформаційних технологій в економіці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана представляє Вашаєв, пан Вашаєв Сергій. Київський університет імені Бориса Грінченка, заступник декану факультету інформаційних технологій та управління Обушний Сергій Миколаєвич, декан факультету інформаційних технологій Київського національного торгівельно-економічного університету Харченка Олександр Анатолійович. Так, я Володимира Валерійовича Дивака вже називала. Так, і ми йдемо далі. От я хочу ще додати, що з Херсонської академії неперервної освіти не тільки є керівник Зубко Анатолій Миколаєвич, але ще працює ректор, проректор Жорова Ірина Ярославна, доктор педагогічних наук, професор Худенка Ольга Миколаївна, кандидат педагогічних наук, проректор з навчально-методичної роботи, Новська Олена Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, менеджменту і освіти. Також Вінницький державний педагогічний університет, ректора навчально-наукового інституту Гордійчук Галіна. Дуже дякуємо. До нас приєдналась Хмельницький національний університет, заступник декана факультету економіки і управління Полозова Валентина Михайлівна. Переяслівський Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, заступник декана факультету гуманітарно-природної освіти і соціальних технологій Ісак Людмила Марківна. Мудрик Юрій Сергійович, кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародної комунікації та політології Хмельницького національного університету. Одеська національна академія харчових технологій, заступник декана факультету комп'ютерної інженерії, програмування та кіберзахисту Бойцова Ольга Сергіївна. Одеська державна академія будівництва та архітектури, заступник директора інженерно-будівельного інституту Пастернак Олександр Олексійович. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбінського, пан Кобися Володимир, завідувач кафедри інформаційних та інформаційних технологій в освіті. Одеська державна академія будівництва та архітектури, заступник директора, кандидат технічних наук, доцент Цербова Юлія Миколаївна. Йдемо далі.
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, заступник декана факультету ветеринарної медицини Білан Маріна Володимирівна, Філімонова Тетяна Олегівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри комп'ютерних технологій, наук та інформаційних систем Київського національного торгівельно-економічного університету. І Дніпровський державний агроекономічний університет, заступниця декана факультету менеджменту і маркетингу, доцентка Павленка Олена Сергіївна. Так, це були вже. Донбаська державна машинобудівна академія, заступник декана Жаріков Сергій Володимирович. Дніпровський державний агроекономічний університет, заступник декана факультету Жезарський Володимир Володимирович. Також Донбаська державна машинобудівна академія, факультет інтегрованих тканин пан Олександр Гринь. Співробітники Інституту проблем штучного інтелекту. Також з нами працює пан Олег Синюк, проректор Хмельницького національного університету. Дякуємо. Київський університет ринкових відносин представляє пані Тетяна Демідюк, завідувач кафедри польових структур Одеського державного аграрного університету Ожогова Олена Олександрівна. Дуже дякуємо. Донецький національний університет представляє Кантраджі Леонид, заступник декана факультету економіки та менеджменту, кандидат економічних наук, доцент. Костюк Анатолій Іванович, директор інженерно-будівельного інституту. Андрій Брила, доцент кафедри системного аналізу і теорії оптимізації університету. Тищенко Ігор Анатолійович, аспірант і асистент кафедри комп'ютерних наук та інформаційних систем Київського національного торгівельно-економічного університету. Зав'ялова Тетяна Васильівна, заступник декана з навчальної роботи природовничного географічного факультету Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. Одеський національний політехнічний університет, інститут комп'ютерних систем, заступник директора Блажко Олександр Анатолійович. Так, Київський торгівельно-економічний інститут представляє доцент, на жаль, не написав, як його звуть, вибачте. Також з нами працює Донбаська державна машинобудівна академія, кафедра підйомно-транспортних машин Дзержинський Ігор Віталійович. Дуже дякуємо. Фурсова Наталія Артемівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри комп'ютерних та інформаційних технологій Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Національний транспортний університет, декан, доктор фізико-математичних наук, професор Данчук Віктор Дмитрович. Дуже дякуємо. Одеський державний аграрний університет, кандидат сільськогосподарських наук Антонюк Ірина, начальник міжнародного відділу. Подолянчук Станіслав Вікторович, декан факультету математики, фізики і комп'ютерних наук Вінницького державного педагогічного університету. Василенко Олег Олегович представляє IT-відділ Українського гуманітарного інституту. Декан інженерно-економічного факультету Одеського державного аграрного університету Малащук Оксана Степанівна. І також з нами працюють співробітники Інституту проблем штучного інтелекту НАНЕМОН України, член робочої групи над стратегією розвитку штучного інтелекту в Україні, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математичної інформації Київського національного університету імені Тараса Шевченка Василь Миколаївич Терещенко до нас приєднався. І ще один також наш постійний колега Бомба Андрій Ярославович, професор кафедри прикладної математики Національного університету водного господарства та природокористування, доктор технічних наук, професор. Дякуємо Демідову Павлу Георгійовичу, він таки навів своє прізвище, дуже дякуємо. Завідувач кафедри автоматизованих систем та інформаційно-вимирюваних технологій, доктор технічних наук Волков Сергій Леонідович, Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку. Дякуємо. Марченко Дмитро Дмитрович, кандидат технічних наук, доцент, заступник декана з навчальної роботи інженерно-енергетичного факультету Миколаївського національного аграрного університету. Директор Інституту комп'ютерних технологій Університету Україна, кандидат технічних наук Самрай Валерій.
Дякуємо також ще один представник медичної академії післядипломної освіти імені Щупіка, Бабінцева Лариса Юрівна, декан факультету підвищення кваліфікації викладачів Національного університету охорони здоров'я України. Представники Державного аграрно-економічного університету представлені колективом, я всіх назву. Перший проректор Вікторія Грановська, начальник навчально-методичного відділу пані Регіна Андрієва, декани факультетів Павло Бойко, Іван Мирський, Руслана Бабушкіна, керівник відділу ЕДБО Ілля Забарів і виконуючий обов'язку декана Анастасія Каплина, керівник IT-відділу Анатолій Осадчий. А також, ну ми вже називали, але все ж таки я скажу, декан факультету Донецького національного технічного університету Ковальов Сергій Олександрович. Дуже дякуємо. Да, починаємо роботу згідно порядку денного. Сьогодні це наступна наша конференція, вже 11-го, що стосується створення штучного інтелекту, стратегії створення штучного інтелекту в Україні. Да, і дуже великий підрозділ цієї стратегії буде, що стосується впровадження систем штучного інтелекту в освіту. Да, і я хотів би ще раз представити Андрія Москальова, відома людина, бізнесмен, він громадянин Канади, але працює в Сполучених Штатах Америки. Зараз знаходиться там, я не знаю, де, в Канаді або в Штатах. Да, і ми попросимо його почати з першої доповіді. Будь ласка. Там, добрий день всім. Спасибо всім вам, що підключились. Вот, там, якщо я буду здесь переходити на англійський, извините мене, тому що вже я здесь більше 30 лет, но стал с 12-го сейчас года там приезжать в Украину, и русский язык у меня сейчас уже возвратился. О чем мы хотели бы поговорить сейчас? Много тем, и все касаются образования. То есть мы сейчас поговорим про технологии, мы здесь поговорим про тенденции в образовании и тенденции работодателей, на что они смотрят. Мы поговорим про то, как мы здесь делаем контент. Это почему мы хотим об этом здесь поговорить? Потому что мы на сегодняшний день работаем как партнеры с Coursera, edX и IBM Skills Network, те, которые уже обслуживают больше, чем 120 миллионов онлайн-студентов. Там, также мы хотели показать на примерах, как мы делаем контент для Coursera, для IBM, и что мы пытаемся, чтобы вы попытаемся, чтобы вы увидели лучшие examples, как там делается электронный контент для интерактивного обучения. Очень важно понимать, что работая с национальными стратегиями, основной акцент идет на то, чтобы сейчас нам подготовить талант, тот, который будет внедрять эти технологии в индустрии. Это все начинается с образования, с материала, который мы даем. Мы видим, что на сегодня многие countries уже там вырвались вперед, да, они делают очень хороший research, они там делают много стартапов, они внедряют эти AI-технологии уже в индустрии и добиваются очень хороших экономических результатов. Мы немного отстаем, и хотелось бы вот, чтобы вы сейчас посмотрели на то, что возможно, то, что у нас есть, на наши работы, там, те, которые мы внедряем в Украине, вдруг вам что-то сейчас понравится, и вы сможете нас
reach out там по телефону, то ли by email, и мы смогли бы там вам помочь. Начнем с того, что в нынешнем мире, там, как вы видите, очень много изменилось всего. Изменилось вплоть до того, что большие работодатели уже не нуждаются в том, чтобы их люди, которых они нанимают, имели дегри. Вот вы видите здесь список здесь компаний, те, которые уже демонстративно набирают людей без дегри. Им достаточно там, от 3 до 6 месяцев обучить специалиста, чтобы сгарантировать его квалификацию для тех работ, на которые они их нанимают. Это сделали вот и Google, Apple, IBM, это сделали Netflix, то есть очень большие работодатели, те, которые берут десятками тысяч рабочих и уже сказали, что отказываются от мысли иметь дегри как обязательное пререквизит. Okay. Очень важно здесь понимать то, что с технологиями, там технологии очень быстро меняются. Все, что мы преподавали 20 лет назад, это уже очень outdated. На сегодня идет смена там технологий, вот мы даже знаем по нашим examples, как мы работаем в технологическом мире, там каждые 2-3 года изменяется очень много технологий, и нам сейчас приходится много что-то переделывать, много что апгрейд. Если вы заметили такую сейчас тенденцию, что вот Alexa и там Google Assistant, это уже используются как учителя-роботы. Опять же, очень там важно понимать, что даже вот если вы сейчас там получаете специальность, то возможно через лет 10, что специальность там может устареть. И тот материал, там, который вы изучали, он тем более там будет уже устаревший. Okay. Мы сделали сейчас много educational efforts в Украине и пытаемся вам показать, что возможно использовать, потому что мы это делаем там, каждый день с Coursera, edX и IBM, также мы здесь поддерживаем много вузов и много колледжей. И также мы сейчас открыли наши 2 университета. Это один под названием United Ukrainian University. Он находится в Украине. Руководит им Анатолий Иванович. И второй в Канаде, он под названием United Institute of Modern Technologies. Это 2 онлайн института, там, те, которые демонстрируют, как должен быть сделан современный контент. Там, то есть, как должны быть сделаны образовательные технологии, чтобы и учителю, и студенту там было интересно быть в этом процессе. Здесь хочу я показать, что технологии идут очень быстро в образование. В Чайне уже есть много стартапов, те, которые внедряют
специальный AI образование, и уже в Чайне даже они в школах сейчас преподают AI. Мы тоже это сейчас пытаемся делать. У нас много есть, что сделано по AI. Мы пока единственные в мире, кто дает возможности учить спорт онлайн с помощью AI. Мы сделали разработки, чтобы учить музыку онлайн. Вот. Мы делаем наши разработки для электронного учителя и учителя там, помощника. И хотел бы здесь показать, что мир смотрит на образование как на очень большую индустрию с большими возможностями и с большим оборотом инвестиций и с большим оборотом денег. Large budgets. И здесь вы видите, вот, что эта индустрия in 10 years может стоить 10 триллионов долларов. Okay. Хотим мы скипнем несколько. Что мы хотим вам показать? Что те университеты, те, которые уже мы сделали и в Украине, и в Канаде, на основе той работы с Курсерой, опять же, Эдексом и там IBM, мы взяли все лучшие экземплы и внедрили там в эти институты, онлайн-институты, чтобы вы могли и посмотреть, и поучиться с нами, поработать, и внедрить эти технологии в свои образовательные процессы тоже. Например, мы сделали сейчас здесь портал с Министерством образования. Он был сделан для школьников. Он был сделан для школьников, но такая же технология это может использоваться и для вузов. Мы сделали две версии, та, которая онлайн, это для тех студентов, у которых есть аксесс к интернету, и офлайн. Офлайн тоже здесь может работать таким образом, что дать возможность студенту иметь интерактивный учебник, сделать домашнюю работу, и когда у студента там будет аксесс к интернету, к Wi-Fi, он сможет uploadить все свои домашние задания, так, чтобы эти работы были стоят на портале, там получить статистику и чтобы это увидел преподаватель. Что мы сделали? Значит, у нас есть оболочка, там, та, которая ложится на любой LMS. Мы знаем, что где-то 90% всех школ и вузов в Украине работают без Moodle, но также есть много различных, вот как и Blackboard, и Canvas, это уже идет на сотни сейчас, сколько разных LMS-ов. Мы в принципе работаем с любыми LMS, и даем возможность еще студенту получить своего
личного ассистента, тот, который сможет ему там помочь с процессом образования. Рассматривайте это как личный бот-ассистент, тот, который там будет смотреть на ваше расписание, напоминать вам, подсказывать, там, делать автоматические оценки, рассказывать, что более там, важно, что не важно, там, давать вам suggestions, опять же, основываясь на ваших оценках, там, подтягивать вам дополнительный материал, то ли нет. Там, в общем, это нянька, та, которая там сможет работать с каждым студентом и дать ему возможность быть более организованным и, опять же, давать ему много там персональных и заданий, там просто обучаясь на том, что любит студент, там, как он учится, режим обучения, зная все расписание наперед, там, подсказывать, что важно, что более там важно. В эти технологии, то, что мы сейчас вот развернули для школьников, входят и порталы, там есть и возможность общаться, вот как мы сейчас общаемся по Zoom, но там интегрировано там Big Blue Button. Вот есть робот-ассистент и есть уже и полная система взаимоотношений студента с учителем, с parents по-русски. Родителями, в общем, based on это messaging система, та, которая там позволяет в real time общаться всем участникам этого образовательного процесса. Эти порталы мы уже развернули with IBM in 6 countries. Это в Чайне, в Индии, в Сингапуре, в Польше, Италии и Чили. То есть это достаточно робастная система, те, которые уже сейчас поддерживают миллионы студентов. Опять же хочу сказать, что это оболочка, та, которая смогла бы лечь на любой LMS, с большой вероятностью, что у вас в вашем институте это Moodle, то есть мы можем работать с Moodle, мы очень много работаем с OpenEdX, ну и также с другими системами. Основное то, что вот мы хотим внедрить, это робот-ассистент, тот, который там будет сейчас помогать любому студенту и каждому студенту и преподавателю. Опять же, мы сегодня здесь поговорим про наши отношения с Coursera и что нам Coursera сейчас, что за дилы нам Coursera сейчас дает для Украины. Вот там, если вы знаете, что Coursera раскрыла свои сейчас там, курс каталоги и дала их бесплатно вот на COVID-19 в том году, очень много по статистике там вузов из Украины использовали сейчас эти возможности. Там, по курсеровским там данным, там более 100 вузов из Украины там воспользовались этим бесплатным там offer.
но этот оффер оканчивается или уже окончился для кого-то, и теперь они сейчас там переходят на paid-систему, а paid-система достаточно дорогая. С нами они дали возможность для каждого студента и вуза иметь полный аксесс к ихнему сейчас каталогу за 2,5 раза дешевле, чем они обычно это делают. Но их единственный requirement это то, чтобы мы здесь были более organized, то есть не каждый вуз там пытался это сделать отдельно, потому что эти цены они распространяются на большое на количество студентов. Вот там каждый вуз это не сможет оффортить, но там, если мы будем работать вместе, то мы можем сделать так, что у каждого студента здесь будет аксесс на Coursera, на полный каталог, но в 2,5 раза дешевле. Здесь я хочу опять же здесь показать, что между Coursera, edX и IBM у нас есть возможность дать вам больше, чем 6 тысяч курсов. Это от технических курсов, и там я дам информацию, что за курсы на Coursera сейчас наиболее там популярный и наиболее востребованный студентами. Одна из технологий, те, которые вот мы сейчас хотим дать, и мы это же внедряем в IBM, уже идет разговор с Coursera. Это то, что мы называем Learning Pass. Это будет бесплатная система для каждого студента, чтобы посмотреть возможности его employment'а или возможности, или сделать так, чтобы рассчитать, что студенту нужно учить, чтобы достичь его цели. Например, там, если я учусь, и моя специальность инженерия, но я решил, что мне нужно пойти на cyber security, я хотел бы сделать research, что мне нужно взять, что за курсы мне нужно взять, сколько это там будет стоить, сколько по времени это возьмет, чтобы мне сейчас или сделать upgrade моих skills, или там просто изменить мою специальность. Такого типа research обычно очень долгий. Разные здесь курсы дают разные возможности. Это нужно будет учить внутри там курса, что я буду там получать, что за материал, что за специальность, сколько это стоит. Этот тул даст вам такой анализ и распишет вам весь путь, ну, очень-очень быстро, там, за секунду. И точно так же мы хотим сделать для тех, кто ищет работу, то есть от моего нынешнего состояния, что у меня за skills. Если я хочу взять какую-то работу в каком-нибудь здесь городе, например, если вы вот посмотрите на правую часть, мы сканируем здесь каждую open position от каждого employer'а в Штатах и там по Канаде. Мы смогли бы это развернуть на любой регион. Но, допустим, там, если вы ищете работу или ищете сейчас переезд из, допустим, Майами на Сиэтл, и вам хотелось бы узнать, насколько там ваши skills marketable в той эре, или там, если вы там даже сейчас будете там переучиваться,
что вам не хватает для того, что работодатель ищет в том районе, это опять же этот же тул, тот, который вам очень сейчас быстро покажет, что вам не хватает, где взять какие курсы, сколько их, сколько это там будет стоить, в какой последовательности это взять, чтобы вы там достигли своих целей там, или быстро, или там подешевле, там, по вашим параметрам. Что у нас по времени? А Тарас? Здесь, Тарас, ты здесь? Да, я здесь. А Богдан? Да, все на месте. Да, хорошо. Там давайте сейчас я остановлюсь, там потом я расскажу про наши проекты, там те, которые у нас есть на сегодня с бюджетами, что мы делаем, что мы смогли бы сейчас сделать совместно. Но я сейчас передам слово Богдану. Андрей, можно, как мы по порядку, мы же пропустили представление, да? Может, вопросы к вам сначала? Или потом все вместе будем? Как вам? Пожалуйста, если есть вопросы. Я бы попросил, чтобы нас останавливали по времени. Здесь помощь там какую-то, чтобы нам подсказывать, сколько у нас осталось там по времени, хорошо? Хорошо, хорошо. Пожалуйста, если есть короткие вопросы сейчас? Есть вопросы, пожалуйста. Ну, можно я? Не вопрос, а комментарий. Да. Андрей, жутко интересная презентация. Вот честно скажу. Максимально возможно и максимально интересные вопросы. Спасибо. Смотрите, опять же остановлюсь на том, что мы пытаемся сейчас там помочь украинским вузам остаться в топ-тир, как называется, то есть с теми тенденциями, что сейчас идут от работодателей, с теми тенденциями, что многие сейчас кантри там очень advanced в технологиях для образования. Нам нужно сделать, чтобы Украина не потеряла свой статус и уровень очень высокообразованной кантри. Вот на это сейчас направлен весь наш effort. Здесь много разработок, тех, которых нет по миру. Это тоже образование онлайн для спорта, онлайн образование там, по музыке. Это мы уже работаем без VR, AR. Мы работаем с медицинскими здесь компаниями, там, показывая, как нужно делать, там, допустим, dentistry. Это там операции вот, по вставлению имплантов. Вот такие там технологии сейчас там будут внедряться больше и больше. И нам хотелось бы, чтобы украинские институты уже знали, что возможно, что есть на маркете, что вы сможете здесь у нас взять и чем мы смогли бы помочь. Да. Андрей, я знаю, что вы проводили анализ по всему миру, что касается образовательного процесса. Как сегодня Украина? Мы далеко отстаем от общей тенденции? Ну, смотрите, есть разные анализы. Вы знаете, что есть там тесты специальные для школьников. Это одна здесь цифра и показатель, как здесь country стоит against other countries. Кстати, не топ, я бы сказал. Второй показатель, это вот то, что сейчас касается нас. Это разработка AI как
стратегии и внедрения AI, индустриализация AI. Здесь, опять же, есть много разных там, параметров, сколько там publication там делает country, сколько в стране есть специальностей и вузов, там, те, которые студентов сейчас подготавливают по этим специальностям, сколько там делается инвестиций в эту, там, в эту country, сколько стартапов развивается из этой country. Вот такие те сейчас показатели, они не работают, они не показывают, что Украина даже в топ-20 или там в топ-25 кантри. Там я уже сейчас не помню сейчас конкретную цифру, но мы сейчас отстаем от внедрения AI в индустрии, стартапы и especially вот на educational там, efforts, чтобы там показать, а сколько мы сможем сейчас подготавливать специалистов по AI, deep learning, machine learning, специалистов по data science и так далее. Я вам расскажу историю одну, там, когда мы там, подсчитывали, сколько мы сможем развернуть таких просертифицированных программ в Украине, сколько мы смогли бы там сейчас помочь институтам сделать свои мастер дегри, там и бачелор дегри, вот те, которые относятся, там, допустим, к тому, чтобы был специалист по AI, там, мы подсчитали, что возможно с большими усилиями сделать где-то с 18 тысяч специалистов. И тут же, там, когда это была там, big meeting with, с Курсерой, и там была индусская компания, точнее она американская, но работающая на Индию. Там они сказали, что а мы подготовим 1 000 000 специалистов по AI. Что это значит? Что они этим стейтментом сейчас потянули одеяло на себя, объявив на мир, что мы готовы к любым большим разработкам. Мы поддержим любые сейчас проекты, вот, и мы поддержим любой effort. Для Украины, как страны, та, которая там делает много аутсорсинга, там очень важный момент, чтобы сейчас не потерять лидирующие там позиции. Там, как бы, кстати, здесь тоже спорный вопрос, что за лидирующие здесь позиции у Украины. Unfortunately, здесь если идет разговор про IT, то Украина не всплывает на первом месте, всплывает Индия и Китай. И вот такими вот эффортами, как я сейчас сказал, что они способны там подготовить 1 000 000 специалистов по AI. Мы все понимаем, что качество там будет не слишком хорошее, но эти цифры, они влияют на работодателей, те, которые ищут большое сейчас количество людей и талантов. Идет достаточно большая сейчас, скажем, война за таланты. Вот. И вот Индия такими стейтментами, они к себе там даже притягивают там attention к своей сейчас country.
Я хотел бы сказать, что вот услышав, сколько нас на конференции Today, сколько разных вузов, это как раз то, что мы хотели сделать, чтобы это, вы посмотрели, как-то первое, что у нас сейчас есть бюджет для того, чтобы вы там подключились к нашим работам по адаптации IBM-овских курсов и по переводу там, техническому, и по адаптации к разным индустриям. Давайте я сейчас там буквально еще 5 минут возьму и передам слово нашим ребятам. У нас есть очень популярные курсы на Курсере. Вот здесь показаны 2 курса с Курсеры и один из Эдекса. Мы сейчас там получили добро от IBM взять эти курсы и попереводить на украинский, русский, чтобы внедрить в институты Украины. Вот, там, если хотите, то подключайтесь, пожалуйста, к этому процессу. Это очень сейчас популярные курсы. Наши специалисты сейчас поддерживают эти здесь курсы онлайн и лайв. Ну, то есть мы не только даем возможность студентам взять эти курсы на Курсере, но и общаться лайв с преподавателем, если есть какие-то issues, чтобы можно было не один на один с каким-то там курсом быть, а действительно там иметь разговор с преподавателем, тот, который там вам сейчас расскажет, покажет и поможет в том, что у вас не получается. Здесь я дал список индустрий, там, те, которые мы хотели бы сейчас адаптировать эти курсы под эти индустрии. Список, который вот звучал только что, сколько вузов, насколько они с разных индустрий, очень впечатляет. И, там, пожалуйста, там, если вам интересно, это все официально, это все от IBM, это все с бюджетом. Если вам интересно сейчас поучаствовать там, в этих работах, там, подключайтесь. Там, сейчас вы увидите один экземпл, как уже там была сделана одна из лабораторных работ там, этого курса, там, переведена на индустрию. Это было бы очень интересно. Это был бы там толчок и вузам, и было бы хорошо для студентов, и в конце концов мы смогли бы и компаниям Украины там помочь, чтобы увидеть выгоду внедрение AI или использование Data Science. Okay. А сейчас бы хотелось бы сейчас перейти к Богдану. Там Богдан Моркин, это наш специалист по Data Science. Он сейчас покажет, там, как мы работаем с Jupyter Notebooks и как мы делаем интерактивный материал вот для IBM, чтобы его ставить на Курсер. Богдан, are you ready? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день всем. Я Богдан Моркин. Я специалист в Intel Ukraine, и я также преподаю в Киевском политехническом университете имени Игоря Сикорского.
и являюсь научным сотрудником Института кибернетики имени Глушкова. Вот, я хочу такую коротенькую презентацию сделать, вернее, это будет уже не презентация, поскольку это рассказ о том, как отойти от презентации в учебном процессе. Вот, о том, что такое Jupyter Notebook и зачем он вообще вам может понадобиться. Ну, я хочу сказать, что вот когда я начал с учебного года преподавать в политехе на кафедре Олега Романовича, он здесь с нами, насколько я понимаю, то обнаружил, что студенты даже сами без указки сверху используют Jupyter Notebook. Вот, потому что это просто очень удобно. То есть это очень современно, очень удобно. Вот, я вам расскажу почему. Так, если я могу... Вот, я могу сделать шерстку. Вот. Вот я хочу начать с чего? Вот, скажем, лабораторная работа студента, которая, вот, ну, как обычно, преподавателям очень знаком этот вид. Так, видно меня, да? Мой экран виден? Да, видно. Видно, видно. Да, видно. Как обычно сдают студенты лабораторную работу. Вот лабораторная работа по динамическому финансовому анализу. Просто вордовский файл, MATLAB, вот какой-то текст, да, который фактически является описанием работы. Вот задание по пунктам. Это красиво оформленная работа. Скриншоты расчетов. И код картинкой вставлен. Я думаю, всем вам это знакомо. Вот. Как обычно, ну вот сейчас очень фактически все обучение перешло резко в онлайн в связи с ковидом. Вот. И как обычно проходит лекция? Преподаватель готовит лекцию в PowerPoint. Это в лучшем случае. И слайды, рассказывает, ну а потом переходит к лабораторным работам. Вот. А как студенты сдают лабораторные работы? Обычно открывается, вот, расшаривается экран, открывается какая-нибудь IDE-шка, там Visual Studio или что там, ну, все что угодно. И давайте, а давайте по коду поговорим. И начинается по коду. Вот, сдача по коду, либо куски кода просто вставляются в PowerPoint. Вот. Ну, сказать, что это неудобно и что так быть не должно, ничего не сказать. Вот. Какая есть современная альтернатива этому всему? Вот. Современная альтернатива – это Jupyter Notebook. Jupyter Notebook – это... смесь. Это, то есть здесь, скажем так, собрано все лучшее, что может быть в PowerPoint, в Microsoft Office и в какой-нибудь IDE-шке, вот, для того, чтобы вот, в целях обучения. Вот смотрите, вот та же лабораторная работа, которую я только что показал в та же лабораторная работа, которую я показал в Word, как она сдавалась, вот как она должна быть. Вот. Тоже работа студента, немножко очищенная, вот, приведенная в порядок. Та же точно работа. Вот, значит, что я запустил? Это Google Colab, это бесплатный облачный сервис, который позволяет запускать Jupyter Notebook. Вот. Что такое Jupyter Notebook? Это смесь, скажем, ну вот всех этих вещей, Word, PowerPoint и IDE. Вот. Вот у нас, скажем, текст. Вот нам нужно вставить текст. Пожалуйста, мы можем вставить сюда текст. Это просто текст, который он поддерживается в
формат НАТОХа, пожалуйста. То есть можно вставлять сложные математические формулы без вставления картинок, все редактируется. Все разбито по ячейкам. Вот, все красиво, то есть вот текст работы. Это фактически лекция, лабораторная работа вместе с лекцией. Текст описания. Вот сюда я хотел вставить, а что же такое Jupyter Notebook? Вот мы идем. Вот мне нужно зайти на сайт Jupyter, а я хочу вставить описание. Jupyter Notebook, просто копирую. Создаю текстовую ячейку. Вставляю сюда. Ну, хочу, чтобы вот это было жирно. И мне нужно еще вставить ссылочку. Вот я готовлю, скажем, ту же презентацию, которую я вам уже показывал. Раз. Все. А, нет, немножечко некрасиво. Вот теперь хорошо. Вот все очень просто, красиво. Гиперссылки работают. То есть вы таким образом, не тратя времени, и сразу всю информацию сюда забрасываете. Вот. Описание работы. Здесь тоже очень простой маркап. Вот. Щелк. Прячется откат ячейки. Вот до следующего задания. Пожалуйста, все то же самое. Красиво. И пошла лабораторная работа. Язык Python. Используется Python, это стандарт де-факто в математических расчетах и в Data Science и AI сейчас. Вот. Более того, Jupyter Notebook являются тоже стандартом де-факто в Data Science, потому что они очень удобны. А почему они удобны? Потому что код структурирован по ячейкам. Вот каждую ячейку, ну, используя то, что Python является интерпретатором, да, это, ну, можно этот вред, скажем так, использовать во благо, да. Вот мы можем ее просто запускать отдельно. Взяли, запустили, вот, импортировали библиотеки. Структурировано. Если нам нужно написать, что мы делаем, мы можем либо написать комментарием стандартным пайтоновским, либо добавить сюда текстовую ячейку в один клик, вот, текст, и, пожалуйста, вот. У нас идет задание параметров. Щелк, мы задали параметры. Если нам нужно поменять параметры, мы можем поменять параметры и перезапустить. Вот. Функция. Запускаем. Декларация функции. Что-то нужно дописать? Дописываем. Дальше визуализация. Ну, поскольку Python очень мощный, все библиотеки Python подключаются, то визуализация ничем не хуже, чем, скажем, в том же MATLAB. Вот. Можно подключать библиотеки. Вот. Можем запустить. Он нам пересчитает. Как вы видели, этот ноутбук уже запускался. И поэтому весь вывод сохраняется. Вот он. Дальше. Другие параметры, пожалуйста. Вывод сразу сохраняется после ячейки с кодом. Вот. И вот в таком варианте мы можем просто сделать, если мы используем Google Collaborator, мы можем просто сделать share и раздать как обычный файл на Google Drive или как все привыкли к общим Google документам работать, как с общим Google документом. Либо по линку, либо конкретным пользователям. Все. Добрый. Дякуємо вас. Ну, я еще пока нет. Еще, если ну, можно... Більш сжато давайте, да. Хорошо. Вот, то, что я хотел еще показать, значит, это пример работы. Вот, пример работы, которую, пример лабораторной работы, которую компания Intel делает для компании IBM, и которая на Coursera представлена. Вот, по Data Science. Работа оформляется точно по шаблону IBM. Вот у IBM есть шаблон, как оформлять лабораторные работы. В принципе, его можно принять всем вузам, более-менее. Это очень удобный шаблон, и работы будут структурированы. Вот, по анализу данных эпидемии COVID. Вот, все то же самое. Идет загрузка библиотек.
Вот. И реализация функции, ну вот самая обычная функция, скажем, так, задание, загрузка данных, вот функция, ну, например, нахождение минимума какой-то колонки. Вот. Сюда можно добавить, о, здесь был, а, прошу прощения, вот, insert your code here. И вот сюда нужно, студент должен ставить свой код. Студент должен ставить свой код, запускает ячейку и получает функцию, которую потом можно оттестировать. Вот, если студент не знает, что делать, дальше под катом у нас решение, которое тоже ячейка, и здесь уже все записано. Можно даже не правя задание, вот этот self-задание, можно запустить ячейку. Вот. И поэтому в том же виде можно оформлять лекцию. То есть получается интерактивная лекция. Можно вставлять картинки, можно вставлять текст, можно вставлять формулы. Можно тут же запускать код и демонстрировать студентам, как работает, скажем, нейросеть. Если вам нужно масштабировать, вы можете использовать Apache Spark здесь же прямо и масштабировать все на кластер. И самое главное, что Jupyter Notebook является фактически стандартом, я уже говорил, де-факто в Data Science, и поэтому студент уже учится в той среде, в которой он дальше будет работать, если он будет работать, ну или как прикладной математик, как Data Scientist. Вот, то есть это как вот создавался язык Pascal, скажем, и как Николас Вирт тоже говорил, что ну, язык должен позволять писать серьезные программы. То есть это та среда, в которой студент уже будет работать. Вот. Ну, в принципе, у меня все. Спасибо за внимание. Добрый, дякую. Пан Андрей, пожалуйста, давайте. Продолжите, да? Сергей и Тарас, вы здесь? Я здесь. Я тоже подтверждаю. Кто сейчас будет? Кто хочет быть next? Давай. И попросил бы, потому да, что мы уже да. Переходим там, по времени. Вот там, если можно, сейчас очень там, побыстрее. Окей. Добрий день. Мене зовут Тарас Рибальченко. Я працівник компанії Intel. Я коротко розповім про систему документів, що зберігається в блокчейн-системі. Це спільна наша розробка із фірмою IBM. Називається Documentorum. І зараз я попробую дати як можна стисло інформацію, навіщо ця система використовується і яке вона відношення має до штучного інтелекту і до освіти. Мою презентацію видно? Видно. Так, коротко, звідки взялася сама ідея і причини виникнення і розробки такої системи, як Documentorum? Кілька слів про дипломи і академічні документи взагалі. Є проблема у світі, яка визнана такою, що має тенденцію погіршуватись. Це проблема підробки освіти, підробки документів, що відносяться до сфери освіти, і підробки акредитації. Що таке підробка акредитації? В онлайн відкривається якийсь університет, називає себе Масачусетський колегіум. Люди думають, що він має якесь відношення до MTI, всесвітньо відомого, платять великі гроші, навчаються і отримують якісь папірці. Це дуже короткий і простий приклад, як себе ведуть ігроки на чорному ринку освіти і документів, що відносяться до освіти. На цьому графіку ви можете побачити тенденцію кількості запитів стати студентом, become student, і купити диплом. Видно, що різниця всього лише там, в 3-4 рази. Тобто від
15-25% людей, що намагаються вчитись, як мінімум визначають, чи можна купити диплом замість того, щоб просто вчитися. Це матеріали із Google Trends. Далі, тут перелічені країни, в яких ці запити найбільш популярні. Ми однозначно бачимо, що це Сполучені Штати, ми бачимо, що це Індія, також Китай і певним чином Австралія має до цього сильний інтерес. Далі, крім того, тобто ми визначили тенденцію, що є тенденція збільшення інтересу до підробної освіти і підробних акредитаційних документів. На цьому графіку ми дивимось, ми можемо побачити, яка популярність у звичайної освіти. Це запити такі як Learning, Course, Education. І ми бачимо, що за останні 10 років є суттєва тенденція зменшення інтересу абітурієнтів до пошуку Education. Оці коливання, це річні коливання, цікавість до освіти, Education збільшується перед початком кожного учбового року. Ми бачимо, що слово Education все менш і менш популярним в пошуку в інтернеті. З іншого боку, якщо подивитися, яка популярність у таких речах, як онлайн-learning, онлайн-курс, онлайн-education, ми однозначно бачимо, що найбільший ріст цікавості аудиторії – це онлайн-курс. Андрій Москальов говорив, що зараз з'явилась тенденція, що навіть солідні компанії згодні приймати на роботу людей без формальної освіти. Якщо у них є відповідні знання, є відповідні навички і підходящий опит роботи, то навіть не грає роль, чи є якісь формальні документи про там певну освіту, вищу освіту чи якусь іншу. Ми бачимо, що ця тенденція має серйозний вплив у світі. І тут графік по українським ресурсам. Ми можемо побачити, що певні моменти підвищення цікавості по пошуковим запитам курси онлайн є, і вони пов'язані із епідемією COVID. Це, в принципі, і спонукало нас пришвидшити роботу з онлайн-освітою, з переходом до онлайн-спілкування. І коротко, отакий є слайд. Це один із способів, перелік способів, яким чином фальсифікатори намагаються продавати свою продукцію. Я вже говорив, що вони можуть продавати просто сфальшовані дипломи, вони можуть продавати несправжню освіту. Несправжня освіта – це коли немає взагалі акредитації у якогось псевдонавчального закладу, він просто приймає на навчання студентів і без контролю якості, без належного оформлення супутніх документів і випускних екзаменів, вони просто дають певні знання, але контроль якості ніяким чином не проводиться. І фабрики з фальсифікованою акредитацією, я теж говорив про них. І там перелічені країни, де найбільш популярні ці підробні речі. Ми бачимо Сполучені Штати, ми бачимо країни Східної Європи, бачимо майже всю Африку і так далі. Це я перелічив і зробив короткий огляд чинників, які спонукали нас зробити спочатку, згенерувати ідею, яка звучить приблизно так.
якщо є тенденції переходу освіти в онлайн, якщо є тенденції збільшення кількості підробок, то добре було б мати систему, яка перешкоджала появі підробок і яка була б адаптована і орієнтована на онлайн-освіту. Саме через це документорум і з'явився. Що собою являє документорум? Це блокчейн-мережа. Ви, мабуть, всі чули слово блокчейн. Якщо коротко, то це можна сказати так. Блокчейн – це розподілена база даних, в якій інформацію підробити неможливо, неможливо її видалити, а нові записи можливі тільки путем узгодження всіх учасників цієї мережі. Це дуже підходящі характеристики для систем, де зберігаються такі речі, як дипломи про освіту, дипломи про захист дисертацій. Вибачаєш? Пора закінчувати? Будь ласка, так. Отже, фундаментом системи документорум є блокчейн-мережа. До неї підключаються учбові заклади, які становляться членом товариства документорум. Ми їм даємо доступ до реєстрації документів, які вони видають у системі документорум. Також члени співтовариства Документорум можуть мати всередині цієї системи мікросайти своїх навчальних закладів. Ну, тобто рекламувати себе всередині цієї системи. Це з точки зору навчальних закладів. З точки зору студента. У кожного студента є склад, де зберігаються всі його академічні досягнення. Якщо йому видавали, скажімо, якісь грамоти за участь в олімпіадах, якщо йому видавали якісь додаткові посвідчення, він може їх зберігати у себе в складі. І, звісно ж, академічні документи, такі як дипломи, додатки до дипломів, також там можуть зберігатись. Якщо студент буде займатися післядипломною освітою, то всі сертифікати про закінчення курсів, про підвищення кваліфікації, про здобуття інших ступенів і таке інше, також будуть зберігатися в його складі. При бажанні студента вони будуть доступні. Зараз я розповім, що значить доступні і навіщо це зроблено. І остання риса системи документорум – це саме ця доступність для аналізу з боку роботодавця. Якщо ви подивитесь на діаграму, яка в правій стороні, там де коло намальоване, і почати рухатись по цій діаграмі по годинниковій стрілці з верхньої частини, там де одиничка, це якраз початок руху студента на його шляху навчання і пошуку роботи. Тобто спочатку студент отримує диплом про вищу освіту, скажімо, хоча це можуть бути і школярі, які закінчують школу. Далі, студенти цифра 2 зберігають свої досягнення в сховищі. Якщо вони бажають зробити доступними свої академічні досягнення, вони їх можуть зробити публічно. Ці досягнення можуть відображатися в соціальних мережах, в таких професійних мережах, скажімо, як LinkedIn, де часто фахівці чи навіть студенти створюють свої профілі і туди можуть викладати свої дипломи, сертифікати і таке інше, інші досягнення. Якщо вони зацікавлені в установленні ділових контактів через цю мережу, скажімо, LinkedIn. Точно так можна робити у Фейсбукові і в інших професійних мережах. Посилання на документ, який зберігається в документорумі, це звичайний інтернет-лінк, який в собі містить унікальний глобальний ідентифікатор документа. І він може бути вставлений хоч на персональний сайт студента, хоч його блог, хоч на сторінку в соціальних мережах, хоч таке інше. Далі, якщо ця молода людина, яка випустилась із
вуза і отримала цифровий диплом документором, приходить із своїм резюме до роботодавця. Роботодавець так чи інакше буде цікавитись, чи справжній цей диплом, який вказано у резюме. Для цього достатньо перейти по цьому URL чи у вигляді QR-коду відсканувати. Нами розроблено спеціальний мобільний додаток, яким можна відсканувати, і цей же додаток перевіряє автентичність кожної графи цифрового документа. Таким чином, миттєво можна пересвідчитись, що документ справжній, виданий саме тією установою, яка зазначена в цьому документі, і ця установа зареєстрована, являється членом співтовариства документорів. В реальному житті без всієї цієї системи перевірка достовірності академічних документів часто займає тижні, час, а навіть інколи місяці. Наприклад, мій товариш переїжджав працювати в Чехію, і підтвердження його диплома про вищу освіту зайняло рівно 2 місяці. Це Чехія, у якої є підписаний з Україною договір про визнання акредитацій, але вони перевіряли і порівнювали саме додатки до дипломів, чи всі ті бали відповідають їхнім вимогам. Це що стосується, якщо молода людина приходить і показує і підтверджує свої академічні досягнення. Добре, ви вичерпали час уже, будь ласка. Ще одна хвилина. Де ж тут штучний інтелект? Штучний інтелект працює, якщо він має достатньо вхідної інформації. Наприклад, нами створено систему, яка використовує штучний інтелект, Андрій Москальов про неї згадував, і підказує студентам, яким чином їм продовжувати своє навчання. Точно так же ця сама система може підказувати роботодавцям, які курси підвищення кваліфікації, скажімо, треба порадити своїм працівникам, або які тенденції на ринку освіти зараз є, і часто роботодавці коригують свої плани з урахуванням тенденцій на ринку освіти. Маючи інформацію у великих масштабах, яка зберігається в документорумі, про кількість отриманих дипломів, про їх спеціалізацію, навіть можна використовувати інформацію, що є в додатках дипломів, на яких спеціальностях, на яких предметах, яким чином студенти краще чи гірше навчаються. Вся ця інформація може допомогти студенту навчатися більш цілеспрямовано, а роботодавцю працювати швидше і ефективніше знаходити потрібних кадрів. Якщо вони не знаходяться, то роботодавець може навчити потрібні кадри. Це все. Дякую. Добре, дякую. Можливо, питання є, колеги? Там я хотел бы здесь добавить, что мы разговариваем про student mobility. То есть там, если у меня есть документы, те, которые stored в электронном там виде, мне их очень легко адаптировать или там, перевести на любые языки и там адаптировать к новым рынкам. Например, там, если я студент из Украины, да, у меня здесь bachelor degree, и я хочу, я ищу работу, там, допустим, в Канаде, как мой диплом будет эвалюироваться в Канаде на том рынке, где я ищу работу. Если это уже в цифровой, если это уже цифровой диплом, это очень там быстро сделать. Вторая вещь, я хотел бы сказать, что это работает с несколькими
институтами по Украине, и если вы знаете, что иностранные студенты, у них есть специальная там виза для иностранного студент, up to last year, все эти там визы тоже регистрировались на документоруме с программой под названием Study Pass. Вот, то есть все эти иностранные там визы, вплоть до того, вплоть до информации для каждого студента, где их посольство располагается, где их вуз располагается, регистрация, как они приехали в страну, там, когда они там выехали из страны. Раньше это были отрывные талончики, а теперь это все было оцифровано. Мы имеем еще один сейчас доклад, маленький, от Сергея Кавун. Он тоже наш очень высокого уровня Data Scientist. Это тот, кто разрабатывает, кстати, и алгоритмы для спорта онлайн. Сергей, are you here? Yes, thanks. Добрый день, уважаемые коллеги. Немножко себя добавлю, представлюсь. Я доктор наук, профессор, можно сказать, в прошлом. Педстаж, опыт работы в вузах у меня 30 лет. Я прошел от аспиранта, ну, адъюнта до ректора. Очень долго был на позиции заведующего кафедрой, поэтому знаю, скажем так, эту образовательную кухню изнутри. И я хочу вам подсказать, может быть, не знаю, там рассказать, если будут вопросы, там всегда обращайтесь, поможем, подскажем, как имплементировать те инновации, которые вы сегодня услышали. Зная нормативную базу нашего министерства, большинство постанов, всяких наказов, ну и так дальше, вы можете столкнуться с проблемой имплементации, внедрения, скажем, на примере курсов или каких-то элементов в учебный процесс. Начинать можно с малого. Я имею некоторый опыт, до сих пор читаю в одном из вузов дисциплину, и на собственном опыте могу сказать как. Вошел в учебный процесс я в середине года, соответственно, все учебные планы приняты в августе, как вы знаете, до начала учебного года. Встал вопрос, как имплементировать внутри курса. Преподаватель может изменять темы. Это его право, это регламентировано, и здесь никаких запретов нет. Вы можете вводить на уровне лабораторных работ. Я, например, легко, с удовольствием засчитываю студентам одну-две, это ваше, на ваше усмотрение, лабораторных или практических работ по факту прохождения какого-то курса на той же КСРе. Очень странно для меня было слышать, видеть, это другой пример, в некоторых вузах, когда я у студентов спрашиваю там, на выступление по AI, у вас есть искусственный интеллект кафедра? Да, есть. А вы программируете на что-то, какой-то код? Нет. А на каком вы курсе? На четвертом. 4 года студент учится, и он ни разу не запрограммировал ни одной строчки кода. Что мы будем иметь на рынке? Мы будем иметь либо ничего, либо иметь хорошего теоретика. Но бизнесу нужны практики. То есть теория – это хорошо, но когда дело дойдет до реализации, ну, как бы вот тут уже возникают проблемы. Соответственно, курсы здесь могут помочь как нельзя, вот они кстати. Какое облегчение для преподавателя? Ну, не секрет, что никого не хочу обижать. Есть вузы, есть дисциплины, которые ведутся преподавателями очень давно. Студенты это понимают, знают. И зная содержание курса, студент видит, что курс не меняется в течение там, нескольких лет. Ну, по сути, это называется чтение по старинке. Преподаватель выходит и читает то, что читал там 3-5 лет назад. Когда студент начинает задавать вопросы, особенно применительно к индустрии, ну, преподаватель что-то, если он хороший преподаватель, естественно, он ответит. Но современная молодежь, у меня как бы дети подрастающие, один уже учится, я за ним слежу и понимаю, что хочет современная молодежь.
что ей интересно. Ей интересен рынок, ей интересен IT-индустрия. Она понимает, что здесь заработать можно. И можно даже очень хорошо заработать. А дальше студент думает, а что мне даст ВУЗ, когда я выйду на рынок? ВУЗ молчит. ВУЗ говорит, мы дадим корочку. Ну хорошо, если это там университет Шевченко, красный, там всем известный. Но он один такой, но может быть с десяток супервузов, которые можно назвать по Украине. Остальные как бы, ну да, вот мы такой вуз, хорошо. Будет ли это котироваться диплом? Ну не знаю. IT-индустрия, она в этом плане привередливая. И в первую очередь они смотрят не на корочку, а на знания. Соответственно, если такая была подготовка, у него шансов зайти хотя бы там на junior position очень мало. Какие выводы у нас в итоге получаются? Студенты имеют свое сообщество, они друг другу рассказывают. Мы в итоге имеем падение спроса. Студент не идет ни на эту специальность, ни в этот вуз. Идет перераспределение. А что делает руководство вуза, вы прекрасно знаете. Оно начинает давить кафедры, давить преподавателей. Занимайтесь набором, идите, ищите. Сам в свое время так делал, но еще и ездил, агитировал студентов. Ну, к сожалению, у нас такой рынок. В этой ситуации, на мой взгляд, заранее подготовленные те же блокноты Юпитер вам сегодня показали, они выверены, их делали специалисты, знающие язык программирования. Их помогал делать бизнес, индустрия, которая четко говорит, что нужно сейчас. Это есть требования, это есть хорошие датасеты. Ну и как бы бери, пользуйся. Самое малое, что вы можете сделать, это ввести ее в качестве лабораторной работы. Это делается легко. Здесь ничего не нужно утверждать, это чисто решение преподавателя. На мой взгляд, практическое покрытие с точки зрения подготовленных курсов, оно намного превышает текущий уровень разработки курсов, который мы видим в наших НМКД на кафедрах. С течением времени курс может быть заменен полностью, текущий курс в ВУЗе может быть заменен курсом с онлайн-курса. Либо это изменение проводится в учебном плане, но это тяжело. Насколько я помню, было такое правило, 25% в год учебного плана мы можем поменять. Но кто мешает использовать второй блок, он называется выбирковый, и поставить туда. Это будет проще. Я понимаю, что такое аккредитация, лицензирование. Я знаю все требования, сам лицензировал не одну специальность, аккредитацию проходил много раз. Но, как по мне, те люди, которые это все дело проверяют, они также понимают рынок. И, соответственно, если вы покажете, что вы там используете чей-то курс, тот же от IBM или от KSR, на мой взгляд, это будет только позитивное решение, это будет подчеркивать развитость вашей кафедры как базовой единицы вуза. Студенты, на мой взгляд, подтянутся на своей дисциплине. Я специально опрашивал студентов, готовы ли они платить за сертификацию. Мое было удивление, что они сказали «да». Я говорю, вам было бы интересно иметь сертификат от известного бренда, ну, например, от IBM. Ответ «да». 95-96% студентов ответили, это в группе 23 человека. Второе, что я спросил, сколько вы готовы платить? И они действительно готовы платить, они понимают, что такое бренд, они понимают, что после завершения обучения, выйдя на рынок с таким сертификатом, они в спросе будут на несколько позиций выше. Но по Харькову я скажу, студенты готовы где-то до $300 выкладывать. Это говорит об уровне готовности студентов тратиться. Поэтому... Резюмируя вышесказанное, скажу, на мой взгляд, здесь выиграют все. И вузы, поднимется имидж, и преподаватель. Он не будет тратить достаточно много своих ресурсов, времени на подготовку, на поиск каких-то современных топиков, реализации там, привязки к индустрии, он может взять все готовое. Выиграет рынок, он получит более высококачественного специалиста на выходе.
выиграет бизнес. Он будет видеть и понимать, что он берет того, кто ему нужен, и он готов за это платить деньги. Естественно, студент будет рад тому, что у него так получилось, что он прошел курс, и этот курс ему засчитали. Хотя он проходил это, например, самостоятельно в дополнительное время, пусть это будет факультативный курс. Но где-то есть власть преподавателя поставить ему оценку по дисциплине. Где-то есть власть заведующего кафедрой с преподавателем закрыть вопрос по экзамену. Ну, не буду говорить как. Все знают, как это. Это можно сделать. Чем крупнее вуз, ну, на мой взгляд, тем сложнее эту всю машину как бы сдвинуть. Ну, поэтому можно начинать с малого, с кафедр. Выходя на факультеты, в рамках факультета это можно тоже многого достичь. Ну и таким образом, как бы вузы приблизятся к современному состоянию дел в нашей индустрии. Спасибо. Если у вас будут какие-то вопросы, я готов. Вы можете найти координаты через организаторов, через нашу компанию. Рад был знакомству. Спасибо еще раз. Пан Андрею. Вам да, спасибо большое. Там я хотел бы резюмировать очень быстро. То есть там вся тема от сегодняшнего разговора – это чтобы Украина имела ведущие позиции в мире по образованию. Там я скажу на своем экземпле, мы ищем иногда специалистов очень долго по Украине и не можем найти, и берем людей из Индии, из Африки, даже уже стали брать, там те, которые там действительно сейчас подходят под позиции. Очень бы хотелось, чтобы украинские специалисты, мы сейчас там разговариваем там про айтишные специальности, но я хочу сказать, что сейчас там технологии входят в любую специальность. И медицина, и там агрикалчер, что ни возьми, там технология сможет или экономически помочь, или вот в нашем случае сейчас дать какой-то хороший сейчас пиар и хорошую там хороший наплыв даже студентов там в ваши институты, там если вы докажете им, что у вас есть интересные и технологии, и там обучение, метод, и что у студента там после окончания там будут очень хорошие там перспективы. Вот. Опять же, хотелось бы, чтобы вы посмотрели на то, что мы делаем на VizUU. То есть наша цель дать возможность украинским дегри выйти на мировые рынки, на ту же там Курсеру. У Курсеры там, если вы знаете, уже почти что под 80 миллионов студентов, но только 26 degrees. У Edexa 40 миллионов студентов, но только 2 degrees. Мы с начала учебного года мы здесь коллект уже 82 degrees только в Украине, но материалы пока еще не в том состоянии, в котором они должны быть. Здесь очень долгая работа будет по тому, чтобы диджитализировать эти degrees. Но там я хочу сказать, что если мы окончим эту работу, то и вузы украинские здесь получат, там, получат возможность аттракт намного больше студентов иностранных, чем на сегодня. Okay, то есть, там, если хотите, то там, подключайтесь к этой работе. Нет еще по миру сделанного там degree marketplace. Вот. Мы смогли бы объяснить вообще, что это такое, что мы делаем. Если вы хотите, ну,
но не в этой конференции, здесь долгий технический разговор. Обращайтесь к нам, мы бы вам смогли здесь помочь и внутри для вашего института сделать там лучший контент и технологии, и там и позишн вас так, чтобы вы в ближайшие там годы там только набирали там больше студентов, а не теряли их. Okay. Ну, на сьогодні все. Дякую, пане Андрію. Будь ласка, шановні колеги, до пана Андрія питання, тому що багато інформації. Якщо можна, я спрошу. Так, да, будь ласка. Професор Мінцер завтрашу. Да, да. Пан Андрій, небольшой вопрос. То, що касається времени, нет, ну ви хоча б ответьте на просто да или нет, имеются ли у вас такие наработки или нет. Мы говорили о том, что действительно запоминать сейчас мало что нужно, для этого есть технологии. Но главные проблемы использования системы управления знаниями, LMS, TMS и всего прочее, это проблемы когнитивности. В медицине исключительно проблема понимания, проблема трансдисциплинарности, проблема образного мышления. Есть ли у вас решение, связанные с искусственным интеллектом или даже без искусственного интеллекта? Спасибо. Да, если вы знаете, то есть такие разработки, они здесь под названием там, Ocean Models, то есть там, когда мы можем определить характер и возможности человека, там, то есть определить и его таланты, и его характер, и его возможности. Мы это используем для наших HR дел, когда мы там подбираем наших работников, но это очень хорошо ложится и на то, чтобы узнать там больше о студенте и дать ему те данные, те, которые он лучше усваивает. Эти технологии, эти модели там позволяют определить, допустим, там, если человек склонен к музыке там больше, но никогда там не было возможности быть exposed to музыка. Вот, а может быть, родители не имели возможности повести в музыкальную школу там, или там денег не было. Вот такие модели, они дают возможность определить там, потенциальные там, таланты и потом уже очень точечно давать материал ребенку, студенту, работнику, чтобы сделать, вот, как называется здесь, там, очень персонализированное образование. Да, мы это тоже делаем и разрабатываем. Дякуємо. Будь ласка, питання. У мене один короткий вопросик. Вот система документорів. Ви не думали, що її можна розпространити на другі області? Только, не тільки на образование. Ну, допустим, в Україні регістрація автомобілів. Или прав на автомобіль. Да, да, ми це зробили, ми розмовляли. Тим більше, що, смотрите, здесь не тільки документорум, як там digital документ, под документорумом есть еще одна очень большая составляющая, это smart contracts. То есть смарт-контракты у нас настолько там быстрые. На сегодня есть две компании в мире, те, которые делают методы, как работать с персональными данными. Okay? Одна из компаний под названием Storin, это та компания и метод уже, который стал использоваться в государствах. То есть все здесь государственные там, документы там, вот по Канаде, регистрации там, и так далее, стали использовать эти методы. Мы с ними работаем, мы их партнеры, и мы уже там видим, что мы как минимум там где-то 2 года впереди.
Вот, то есть наши сейчас смарт-контракты работают с уникальной скоростью, ну, чтобы не вдаваться в детали, там мы смотрим и на то, чтобы объявить там, нашу скорость миру для блокчейна. На сегодня блокчейн, основные цифры, это там, достижение где-то 30 тысяч операций в секунду, мы уже достигаем как минимум в два раза там больше, да у нас просто там легче наш блокчейн, и он быстрее работает. То, что можно будет использовать и для финансов, и для любых операций. Но мы смотрели и на автоматизацию там полного документа оборота, и мы уже сейчас подключаем это все к supply chain. Есть очень большой здесь большая работа, если вы знаете такой project под названием TMTM, это доставка сейчас товаров от Китая до Турции, вот там 5 таможен, много различных countries, различных rules, и все сейчас это вот обеспечивается с помощью наших смарт-контрактов и доставка документов, и валидирование документов, управление документами с помощью там, голоса, внедрение документов, сканирование, допустим, тех же там и там, PDF-ов, там, и подписей, и валидация этих документов. Да, то есть мы смотрим на разные там части этой разработки, вот. Но опять же, мы это ввезли в Украину, если мне не изменяет сейчас память, в 2016 году с лозунгом, что в Украине это будет первый digital диплом, никакой там помощи от министерства мы не получили. Наша цель, опять же, чтобы мир слышал постоянно, что в Украине что-то есть инновационное. Мы даем постоянно разработки, чтобы сказать, что у нас есть там робот-ассистент для учителя, робот-ассистент для студента, робот-учитель, что у нас есть вот такие разработки, как там и по воркису, там, когда мы определяем, расписываем мои goals по career, мои goals по learning и так далее. Это мы хотим, чтобы все было под лейбл made in Ukraine, чтобы мир знал, что это вышло из Украины. Наша цель с degree сейчас, с правильной диджитализацией, там degree, вот там тоже идет к тому, чтобы мир здесь понимал, что украинский дегри очень хороший, он дает много здесь практических навыков и даст студенту возможность работу там лучше получить. Вот. Но нам нужна здесь и помощь от вас, вот, и помощь от министерства. С министерством нам сейчас стало там легче работать. Вот хотя бы они уже стали там думать и про школьников, и дошкольников, и про интеграции там, да, там технологии. Тот портал, что они сейчас сделали, он не слишком и высокотехнологический, и не слишком там, подходит под наши стандарты. Вот, мы им даем возможность увидеть то, что там мы делаем, то, что уже работает на миллионы студентов. Вот идет разговор, но это отдельная часть. А вот по вузам конкретно, вот, там я бы хотел, чтобы вы сейчас посмотрели на
адаптацию, и тем более, что это участие вас в этих работах могло бы быть не бесплатное. Okay. Так что там подключайтесь, давайте вместе работать, и мы сделаем так, чтобы имя Украины и хотя бы имидж украинского диплома был очень востребован в мире. Андрей, я хотел бы, чтобы мы где-то в нескольких словах сказали об совершенно новой идее комбинации конструирования курсов, когда каждый курс развивается поблочно, и потом под каждую индустрию, под каждый вуз из этих блоков составляется курс. Это то, что я сказал, это отдельный разговор, очень технический, да. Но in a nutshell, так если в общем, мы пытаемся сделать первый в мире marketplace для degrees. Он будет... Одна из direction такая, что мы видим сейчас, что есть спад иностранных students, есть спад students, те, которые сейчас apply на какие-то специальности. Есть возможность интеграции курсов от Coursera и edX в ваши программы и degrees. Мы сейчас пытаемся разбить на самые мелкие детальки эти degrees, дать вам возможность, чтобы вы не поддерживали, кстати, там каждый вуз там поддерживает свой degrees, это и ресурсы и там для computation, это ресурсы для серверов, это там постоянные апдейты всех этих degrees. Мы хотим сделать вам environment, где каждый degree и каждая деталька этого degree в очень хорошем состоянии и возможно и будет использоваться и сможет удержать нагрузку для миллионов студентов. Это вот то, что сейчас мы пытаемся делать. Опять же, это чтобы разобраться, как оно работает, это там более там долгий разговор. Обращайтесь вот к Анатолию Ивановичу, он подскажет, как с нами связаться, или расскажет и сам. То есть он тоже там в этом участвует. Вот еще один экземпл. Здесь сказали, что, да, что Василий, да, здесь подключился, там Терещенко. Это вот очень хороший экземпл, как мы стали работать. У них есть интересные разработки внутри института, это стартапы. Уже был цикл там обменом мнений вот по этим разработкам, там подготавливаются сейчас документы под инвестиции, и мы смотрим на возможность сейчас там помочь этим разработкам и стартапам из института там выйти на хороших инвесторов и получить инвестиции. Вот, там, если вас интересует такая вот такое взаиморабота, или как это сказать, там cooperation, там, обращайтесь тоже, и мы сможем обговорить там, как вам помочь. Дякую. Якщо немає питань, я вас всіх дякую за участь в цій конференції. Я так думаю, що багато цікавого, і ми обов'язково це використаємо, якщо пан Андрій не заперечує, в стратегії розвитку штучного інтелекту в Україні в блокі освіти. Анатолій, добре. Прошу прощення, можна питання? Будь ласка. Одеська політехніка Олександр Балашко.
Я хотел все-таки задать вопрос Андрею Москалеву с точки зрения общей стратегии проведения сегодняшнего мероприятия. На слайдах было отмечено, что сейчас важный ключевой момент ориентирован на университеты, связанные agricultural, logistics, buildings и другие. Говоря о большинстве таких специализированных вузов, мы, наверное, не можем похвастаться тем, что они уже сейчас выпускают конкурентоспособных IT-специалистов. Вот, например, если вернуться к речи Сергея Ковуна и прокомментировать его общение с его детьми, наверное, если бы его ребенок спросил: «Папа, я хочу быть программистом», и передо мной постоит путь в три вуза. Например, университет строительный, университет аграрный, университет, например, технический. «Папа, скажи, пожалуйста, где я получу образование?» Не знаю, что бы сказал Сергей Ковун, но предполагаю, что бы он сказал: «Если ты хочешь стать программистом, то поступай, наверное, в какой-то технический вуз, а не специализирующийся на производстве товаров, производстве сельскохозяйственных каких-то культур». Поэтому, когда мы сегодня обсуждаем тему Data Science, вот, поэтому мне немножко странная схема, когда мы переключились от приоритетов, связанных с внедрением искусственного интеллекта, в специализированные отрасли, где Data Science является чужеродной средой. Доклад по Юпитеру, связанный с Python, мне кажется, это достаточно убийственная тема для многих, даже магистров вузов, которых вы сегодня пригласили, которые не связаны с выпуском специалистов в IT-отрасли. Было бы здорово понять концепцию IBM, в данном случае вашей команды, в какой ориентации вы планируете дальше работать. Курсы Coursera, связанные с Data Science, они все-таки ориентированы на студентов, которые пришли получать IT-образование. А, скорее всего, не ориентированы на студентов, которые завтра получат диплом и поедут поднимать сельское хозяйство Украины. Андрей Москалев, можете прокомментировать общую тенденцию идей данной компании IBM по внедрению искусственного интеллекта в университеты, где IT-специалист не является профильным? Спасибо. Да, смотрите, это в основном это не идея IBM, это идея от нас. Мы их пытаемся там подключить к этому, к нашим efforts. И нам дали решение сделать их материал. А почему IBM? Там, потому что, как уже там было сказано, это и бренд. И там, если посмотреть по статистике на Курсере, там курсы, те, которые вот мы и поддерживаем, и выставляем, там уже больше, чем 200 тысяч студентов. И это вот буквально за год. Вот. Поэтому это курсы очень популярные, и мы хотели бы их адаптировать в индустрии, потому что мы работаем мы развиваем стратегию национальную AI. Две части этой стратегии, это там первое, это acquisition of talents, то есть нам нужно учить этих специалистов, и второе, это индустриализация. Вот этим эффортом, который мы хотели бы взять, там общие курсы, там допустим, вот если сделать ассоциацию, да, у нас сейчас есть там колеса, очень хорошие колеса. Эти колеса мы хотели бы там посадить и на трактор, и на велосипед, и на тачку, и на что угодно. Дать людям, те, которые управляют и велосипедом, и комбайном, еще чем-то, уже взять хорошие сейчас колеса и их использовать в своих индустриях. Это достаточно general сейчас курсы, те, которые можно легко адаптировать к индустриям. Мы не хотели бы рассказывать докторам
о финансовых там data sets и как мы решаем задачи для финансов. Мы хотели бы докторам рассказывать то, что у них болит, и показать им, как эти решения и как эти labs там помогут их студентам и опять же решают какие-то задачи в их индустриях. Это даст и возможность тому же и вузу быть там более интересным для студентов. И опять же вам там дальше работать с бизнесами, те, которые вы там поддерживаете с вашими студентами. Опять же цель вот этого call, что у нас там был today, там просто рассказать о возможностях, которые есть, дать вам возможность подсоединиться к оплачиваемым efforts, которые уже есть, и сделать одновременно push на образование, дать хороший материал и контент, и рассказать, как он делается, и одновременно с этим дать возможность, мы эти labs там делаем многоуровневыми, от самого там легкого до самого тяжелого, с пониманием индустрии и что возможно решить для этой индустрии. То есть мы хотим, чтобы этот же и контент использовался для вузов, а также для компаний, чтобы они увидели возможности этих решений. Там я понимаю, что у нас, возможно, был очень долгий дискашн, и он такой был разноплановый, но там, по-моему, вы были у нас на буткемпе, тот, который мы делали в Киеве, в Политех институт в 2017 году. И там мы показывали, кстати, вот что намного легче дать инструменты тем, кто разбирается в бизнесе, потому что очень много уже автоматизировано. Много автоматизировано для data science, для работы с данными, для работы с processing of data и так далее. Дать эти знания специалистам, те, которые от индустрии, ну, пускай это будет не доктор, а там какой-нибудь там технический там доктор-ассистент. Тот, кто знает, что конкретно им нужно решать. Unfortunately, мы как технари, мы не знаем, что болит у доктора, что болит у там агрария, что болит у иншуранс-агента там и так далее. Это они понимают. Мы хотим им дать инструменты, чтобы они очень быстро смогли решить их задачи. Вот такая цель. И попутно мы пытались там рассказать, что есть на сегодня, что мы делаем, что за технологии уже есть, и что работая совместно, мы смогли бы дать больше PR Украине, чем если мы будем работать по отдельности. Дякую. Будь ласка, ще питання можна задати? Там пан Богдан Норкін хотів би додати пару слів, якщо да, можливо. Я хотів би пару слів сказати про Data Science в інших отраслях теж. Вот як чоловік, який асистує і курсы курсеровские по Data Science, вот, отвечает за ассистент. Я смотрел на Capstone проекты, то есть каждый курс завершается Capstone проектом. Для того, чтобы завершить, не каждый курс, простите, каждая специализация. Для того, чтобы успешно сдать специализацию, человек должен какой-то real world проект, он должен, хоть и учебный, но он должен его сделать и представить. Вот. И очень много докторов особенно приходило, и они пытались и делали успешно свои проекты на своих данных.
Особенно это касается раковых заболеваний, распознавания раковых заболеваний, работы с image processing, ну и так далее. То есть люди очень часто, человек, который приходит на Coursera для того, чтобы прослушать этот курс, он не есть специалистом именно в Data Science, он не есть математиком. Он специалист от индустрии, который хочет применить Data Science у себя. Я видел там и аграриев, и проект был Capstone, если я правильно помню, по оптимальному времени посева. И я видел и метеорологов тоже, и я видел очень много докторов, поэтому, которые вот со своими данными. И мы сейчас, то, что мы пытаемся сделать, скажем, мы переводим ноутбуки, вот на Coursera они на определенных данных сейчас есть, да, и мы хотим взять данные из индустрии, взять проблему индустрии, которая, вот, как говорили, вот она больная проблема, и на этих данных обучать человека, чтобы человек, который пришел из финансового сектора, он обучался на данных финансового сектора, чтобы человек, который пришел из агрикалча, он мог бы взять данные агрикалча и на них уже все фактически свое обучение, фактически учиться тому же самому, но на данных из агрикалча. Вот. И еще по поводу пайтоновских ноутбуков, то, что это overkill, насколько я понял, было сказано, я тоже не согласен, потому что это просто. И ну, мы аграрная страна Украина, и ну, высокие технологии, такие как Data Science, в Agriculture нужно применять. Я видел проекты по применению дронов тоже. То есть это очень технологичная вещь. То есть можно вести хозяйство, конечно, с сахой, можно применять и Data Science и делать это все намного разумнее, современнее, использовать. Дякую. Будь ласка, питання чи? Можна, Антон Іванович, можна? Так. Очень благодарні вам і Андрюше Москальову, який такі питання піднімає ради України. Він боліє за Україну, як і ми з вами, да? Він молодець. Ну, многі речі, то, що він говорить, ну, наші люди не розуміють, стандарту у нас нет, то, що він говорить. Він правда говорить много вещей. Я його слухав сам на... Сегодня как никогда, с самого начала до конца. Вот, ну, ты, правда, спасибо. Андрюша, спасибо тебе. Ты настоящий патриот Украины. Анатолий Иванович тоже, да. Спасибо, да, спасибо. Да. Если надо, я же с вами всегда. Да, добро, дякую. Пан Андрей, ничего не будем. Мы заканчиваем конференцию. Да, да, у нас все. Спасибо здесь большое. Мы разговаривали больше, чем 2 часа. Спасибо, что вы выдержали. Обращайтесь, там телефоны все, наши здесь контакты или на веб-сайт, или у Анатолия Ивановича. Опять же, там цель у нас, если все обобщить, одна, чтобы Украина была одной из ведущих countries. Ну что, будем обращаться, как завжди. До наступного встречи. До побачення. Всем до свидания.